предлагаем вам вспомнить любимые всеми сказки и ответить на вопросы викторины зимних сказок «Хоровод». Угадайте сказку по отрывку. После каждого вопроса у вас будет время на обдумывание ответа. А как свечерело, набрали они хворосту, разожгли костер и давай все друг за дружкой через огонь прыгать. Снегурочка. «В лесу останусь, — говорит девочка, — буду марта месяца ждать. Уж лучше мне в лесу замерзнуть, чем домой без подснежников вернуться». «12 месяцев». «Вези, вези ее, старик, — говорит мужу старуха, — куда хочешь, чтобы мои глаза ее не видали. Вези ее в лес на трескучий мороз». Морозка. Смотрит, перед ней сидит старик, седой-седой на ледяной скамеечке, да снежные комочки ест. Тряхнет головой, от волос иней сыплется. Духом дохнет, валит пар густой. Мороз Иванович. Она была так прелестна и нежна, но изо льда, из ослепительно сверкающего льда, и все же живая. Глаза ее сияли, как две ясных звезды, но не было в них ни теплоты, ни покоя. Она кивнула мальчику и поманила его рукой. Снежная королева. Каждое утро должна была падчерица садиться у колодца и прясть пряжу. И столько ей нужно было спрясть, что часто даже кровь выступала у нее на пальцах. Однажды сидела она так, пряла и запачкала кровью веретено. Наклонилась девушка к колодцу, чтобы обмыть веретено. И вдруг выскользнуло у нее веретено из рук и упало в колодец. Госпожа Метелица. Исправьте ошибки в названии сказок. Заюшкин домик. Заюшкина избушка. Снежная принцесса. Снежная королева. Три мороза. Два мороза. Зимовье животных. Зимовье зверей. Бабушка Метелица. Госпожа Метелица. Щелкунчик и крысиный король. Щелкунчик и мышиный король. Выберите правильный вариант ответа. Что Мороз Иванович посоветовал сделать рукодельнице,
когда у нее замерзли руки. Надеть варежки, потереть пальцы снегом, похлопать в ладоши. Потереть пальцы снегом. Что Мороз Иванович подарил рукодельнице за хорошую работу? Горсть серебряных пятачков и бриллиантик, золотые монеты и жемчужную заколочку, жемчужное ожерелье и золотой слиток. Горсть серебряных пятачков и бриллиантик. Зачем Мороз Иванович зимой по улицам ходит и в окошке стучится? Чтобы напугать людей, чтобы на окнах нарисовать ледяные узоры, чтобы люди не забывали печей топить. Чтобы люди не забывали печей топить. Что делал мужик, которого не смог заморозить мороз синий нос? Рубил дрова, разводил костер, охотился. Рубил дрова. Что Морозко спрашивал у девушки, стариковой дочки? «Как ты тут оказалась, милая? Кто это тебя, девица красная, сюда привез? Тепло ли тебе, девица?» Тепло ли тебе, девица? Что падчерица уронила в колодец в сказке «Госпожа Метелица»? Ведро, косыночку, веретено. Веретено. Взяла госпожа Метелица девушку за руку и привела к воротам. Ворота открылись и... Девушка увидела родного отца. Девушка оказалась дома. Пошел золотой дождь. Пошел золотой дождь.